Ну, честно говоря, для меня выигрыш штраф – это неожиданность большая. Мы все знаем, что он очень неординарный человек. То, что вы говорите, что котировки выросли на цены на золото, в принципе, это должно благоприятно на нашу экономику повлиять, потому что вы знаете, что у нас основной экспортная значит, продукция это является именно золото. Поэтому если будет рост цен на золото, то для Крымской республики это будет положительное влияние для нашей экономики. Вот. В целом, если говорить об итогах выборов в Америке, конечно, в целом на ближайшие 4 года спектр взаимоотношений экономического характера, она должна идти в таком конструктивном характере. Я очень надеюсь, что взаимоотношения Соединенных Штатов Америки с Россией они улучшатся, потому что это как бы на нас очень напрямую влияет. Трамп өзү аябай реалист, экономиканы жакшы түшүнгөн. Дүйнө жүзүндө кризистердин баары ошо доллар менен байланышкан да. Ушуну ордуна келтирет деген менин үмүтүм бар. Биринчи, экинчиден ал жайланып калса, Орусия менен тил табыша алат го. Эмбарго деген жоюлса, анда биз 1,9% таможнядан бизге кошумча акчалар келмек да. Биз бир 20 миллиард, 40 миллиард сомго чейин көбүрөөк акча алат элек. ИАЭС'ın алкагында да. Бул бир жак жакшы, чоң жакшылык болот эле. Анан экинчи жагын дагы көрөбүз. Эми 17-нчи жылы бизде да президенттик шайлоолор болот. Эгерде ошондой дагы кыйын, дагы бир мыкты кишилер келе турган болсо, анда бизге жакшы эле болот деген үмүтүм бар. Түздөн түз таасири бар экен да. Түздөн түз. Эми айтып атпайм, доллар кандай бизге таасир берсе, Американын шайлоосу да бизге ошондой таасир берет да.